Земли. Вы могли слышать, что Эйду это всемогущий космический ужас. Но на деле он здоровый дебил. Вот и мой новый транспорт.
сэр. Вот только я не знаю, где остальные. Мне их поискать? Никак нет. Двигай к городу. Перегруппируемся там. Так точно, сэр. И еще... как французская версия Картера. Может, стоит его навестить? Наверняка у него есть классные пушки. Thank you.
идти туда. Ребята? Я говорил, не полагайся на карту. Народ, меня слышно? Может мне спросить дорогу? Видимо, нет. Видишь того мужика? Все, что приходит на ум. Колхоз. Я думал, колхозов уже нет. Я пойду спрашивать. Он ушел жить на болото и сконструировал пусковую установку горящих реактивных бензопил. Говорят, он был двинутый. Но я бы сказал, да, в его пекарне пару багетов не доставало. Но теперь у меня есть полноценный бензопиломет, так что... Кто мы, чтобы осуждать?
привет всем нашим слушателям, особенно тем, кто из...
какая большая дырка. Какого хрена?
Четырехколесная четкость. Это Билл Корбин с сообщением для слушателей на юге Франции. Согласно сообщению из французского сопротивления, один из их агентов был пойман Винталом, и из него был выбит маршрут колонны оказания помощи на пути к Монклеру, идущий сейчас по дороге D6113. Бойцы Аосли, мужественные жители региона Каркассона, помогите им, если можете. Мы все в одной лодке. Твою мать! Опоздал! Мне жаль, парни. О, поглядите, это поможет мне развеяться.
уже полегчало. Ну да, ведь парни из французского конвоя погибли. Отлично, мне снова грустно. Надо срочно кого-то убить. Я здесь! Пацан, как тебе Франция? О, сэр, вы не поверите, через что мне пришлось пройти. Ну вот ты здесь, видишь, пацан, ты схватываешь. Да, сэр, видимо, я реально хватил. Так не говорят, да? Ну, пацан, чувствуешь себя частью команды? Так точно, сэр. Я уверен, что буду нюхать кокс с Родригесом, летать с Hellfire и... чем Картер известен? Мы точно не знаем. Он засекречен. Надеюсь, мы поскорее найдем этот долбанный Грааль. Может, настоящий Грааль — это друзья, которых мы нашли. Thank you.
всем крутим и крутим. Thank you.
Хорошо, что у меня есть пушка. Давайте засунем костяной каркас в каркасу. Эй, не боже. Спасибо. Я было подумал, что это немного чище. Славный был бой, пацан. Кенни? Снова здравствуй, Сэм. Кенни! Смотри, кого я нашел. Отпусти его, ублюдок! Или что? Или я тебя свинцом угощу! О, Сэм. Позволь мне кое-что тебе разъяснить. Ты не только никому не нужен, ты устарел. Реликт со времен, когда люди верили в героев, высшие цели и свободу. А в глубине души ты знаешь, ты должен знать все эти идеи и мифы. Сказки на ночь для детей, и ты не в силах победить. Могущество Тахума сокрушит этот мир, как и другие, что были до него. Тебе не спасти землю, Сэм. Сколько бы наших солдат ты не убил, и насколько остроумно ты бы не шутил, тебе даже не спасти собственных друзей. Давай покончим с этим здесь и сейчас. Ты и я, человек, и кто ты там, блин? Пацана отпусти. И с какой стати мне это делать? С чего вдруг мне так поступать, если я могу сделать так? Нет. Ушел очередной герой. Вернись, ублюдок сраный! Кенни! Твою мать, Кенни! Мне жаль, я... Мать твою, сам знаешь, я не силен в этом. Зато, в конце концов, у тебя было два батенька, Кенни. Ты был молодцом. Стоун! Я здесь! Спи спокойно. Мне жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Меня зовут Саид. Я отведу тебя к сопротивлению. Нам туда, Монами. Товарищи, этот человек прибыл издалека, чтобы присоединиться к битве. Знаю, мы не очень любим американцев, но сегодня мы деремся не за Францию, или Алжир, или Америку. Мы деремся за землю! Слушайте внимательно. Повторять не буду. Мы пробьемся до крепости. Знаю, мы пытались и потеряли много людей, но наш информатор нашел другой путь. Я не буду лгать. Возможно, это наш последний бой. Но оно того стоит!
Что скажешь, Сэм Стоун? Я обычно не произношу эпичные речи, это фишка генерала Бранда, но я только что потерял друга. Он бы хотел, чтобы я сказал что-нибудь вдохновляющее. Поэтому мы захватим крепость, заполучим Грааль, убьем Ахримана и победим в сраной войне! Viva la Resistance! Viva la Resistance! Не знала, что ты знаешь французский. Я и не знаю. Слышал это в кино.